Осторожно, мамочки! Традиционная профилактическая акция ко Дню Матери прошла сегодня в Слуцке. Учащиеся средней школы номер 11 и средней школы номер 13, они же активисты детских и молодежных общественных объединений, молодежный парламент, члены БРПО и БРСМ совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого РВД сегодня поздравили автоледи с праздником. Подарки и внимание в этот день особенно ценны. Хотим вас сегодня поздравить с таким праздником, хорошим, светлым. Низкий вам поклон за то, что вы рожаете прекрасных детей, поднимаете демографию нашей страны. Как от ГАИ мы вам хотим подарить такой светоотражающий элемент, чтобы вы всегда были прекрасны, светились не только в темноте, но всегда в жизни. Поздравляем вас. Также пожелания и благополучия вашей семье. Спасибо. Счастья, здоровья вам. Все, сегодня не проверяем документы, сегодня ваш праздник, поэтому всего хорошего, счастливого пути вам. Мы хотим вам подарить такой прекрасный вот подарок в виде фликера, чтобы вы всегда сияли не только на дороге, но и в жизненном пути. Спасибо. Пусть он вас оберегает. Хотим пожелать вам счастья. От детей поздравления. Спасибо, спасибо. Осторожно, мамочки. Чтобы соблюдайте все правила. Я всегда плачу за проезд. И соблюдайте правила, как говорится, дорожного движения. Будьте в безопасности. Мама, это очень прекрасно. Давайте выйдете. А то, наверное, кожа все-таки идет, чтобы не заболели. От лица госавтоинспекции мы вас поздравляем с таким светлым праздником. Всегда будьте счастливы, всегда будьте здоровы. И, как говорится, светитесь не только на дороге, но и в жизни. Поздравляем от нас вам фликер специальный для того, чтобы вы всегда были заметны и на дороге, и в жизни. И с праздником. Детки хотят поздравить вас. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Всего вам хорошего. Удачи вам на дорогах. Соблюдение правил дорожного движения. Мы вас поздравляем. Спасибо. Спасибо. От лица госавтоинспекции вам вручить такой прекрасный светоотражающий элемент, чтобы вы всегда были заметными не только на дороге, но и в жизни. Спасибо. Чтобы вас всегда любили, уважали, ценили ваши детки. Всем вам благ, крепкого здоровья, низкий вам поклон. Спасибо. От наших детей Слуцкого района. Спасибо. И госавтоинспекции. Спасибо. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите своих детей и учите их азам и правилам дорожного движения. Хорошо, спасибо большое. Хорошо, настроение. Как всегда, все получилось здорово и очень трогательно. Дмитрий Семибратов, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого РВД, каждой женщине нашел настолько теплые слова пожеланий, что очень сложно каждой было сдержать слезы счастья. Ведь такое поздравление запомнится им на долгие годы. Безопасных вам дорог! Для того, чтобы вас всегда ценили, любили ваши дети, во всем всегда и вы, как и они вас поддерживали. И сегодня наши детки БРСМ хотят вас тоже поддержать и поздравить с этим прекрасным светлым праздником. Спасибо, с праздником, хорошего настроения. Спасибо большое. Спасибо, матери вас. Спасибо, детки. С праздником. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо. Низкий вам поклон, безопасных вам дорог. Всего хорошего. У меня тоже сын милиционер, поэтому спасибо большое. Спасибо и вам. Поздравляем! Она всегда с нами, она всегда нам помогает, она всегда жизнерадостная. Спасибо ей. Спасибо за то, что вы всегда нас поддерживаете, с нами всегда работаете. И всегда на страже безопасности дорожного движения, не только в жизни, но и на дороге. Спасибо вам.